Всем привет! Всем привет! И вы на канале Фамилия Лайф. Сегодня мы будем пробовать самый экзотический фрукт на планете. Как вы видите и уже догадались, мы будем пробовать арбуз. Мы его не будем пробовать, мы едим его каждый день. Но мы подумали и решили, что не все пробовали арбуз, поэтому будем его пробовать. Я вот так сделала, типа, он без косточки. Арбузы растут. Где-то внутри они красные. Немного косточек. Давайте попробуем уже. Только почему здесь, как бы, Алёна-то странно резала? Ну ладно. Продолжим. Он такой сладкий. Я еще не пробовал. Попадаются же не сладкие иногда. Хорошо выбрали. Очень сладкие. И косточек мало. Вообще, в натуральных арбузах косточек должно быть много. Значит, в этот арбуз что-то пичкали. О, белая косточка. Это спелая. Алёна, скажи, а почему этого арбуза полоски как-то отделяются? Ну, сами смотрите. Как-то отделяются. Ну, тебе понятно? Я откуда знаю? Не знаю. Вот откуда? Я хочу сказать, то, что он продается даже на голове. Арбуз очень вкусный. Такой сладкий. Когда перезревший арбуз, он какой-то невкусный. Ну, потому что он перезревший. А так прям есть можно, не знаю. Ты белую часть ешь? Нет. Запомните, никогда не ешьте белую часть арбуза. Она отвратительна. Сдохнись. Что я делаю? Ах, я его знаю. Мой нож стал зеленым. Эй, ты куда? Он зеленый. Алена, я хочу еще. Режь мне еще. Я сама порежу. Вот такая полурбуха. Ой, и мне порежь. Папа. Поделись пополам. Мне легче. Порежь его пополам, подели его, чтобы было. Порежу пополам. Опа, мне меньше, да? Нет! Лучше к тебе много. Вот прям вот держи, мама. Прям держи, да? Фу, какие мы свинюшки. Ты. Ну все, хватит.